А вот эта жизнь уже лучше, чем мы о ней думаем в младенчестве и другие кризисные времена. Здесь скорее вот эта вера и надежда, что миром правит лишь любовь. Здесь она и проявляется. Да. Скорее так. Верно. Но как написалось, так и написалось. Ну и вот эта обуянность собственными чувствами и гормонами отрицает весь мир. Круто. Хорошо сказано. Да тут за каждое слово можно цепляться. Очень, очень глубокая философская эта самая вещь. Да. Спасибо, Валя. Спасибо. А мне очень понравилось, я не буду, как говорится, много опять говорить, что закон жизни – это сон, точнее сновидение, которое реальное самой реальности. А реальность – это лишь сон. Это то, что я действительно это на себе испытала. Это такие слова глубокие. Что действительно мы живем как во сне. И где есть реальность и сон, никто не знает. Потому что такая связь идет между этим всем, что даже в написании всего ну, вроде можно, как, вроде можно как, даже в своих написаниях, да? В написании.